Сразу 100 сел нашей области обеспечат качественной питьевой водой, отремонтируют более 1200 километров дорог и создадут 3500 рабочих мест. Планами на ближайший год поделились специалисты Управления бюджетного планирования региона. Для развития ключевых сфер и экономического подъема в крае местные власти направили 700 миллиардов тенге инвестиций. Причем основной упор на производстве продуктов питания, что, несомненно, значительно поможет в вопросе сдерживания цен на социально значимые продукты, уверены специалисты. Более того, во избежание инфляции почти 6 миллиардов тенге направили на сдерживание цен. Часть из них уйдет на формирование стабфондов. Этот год обещает стать плодотворным и для 4000 очередников, давно мечтающих о собственных квадратах. Заветные ключи они смогут получить уже в этом году по программе «Нурлы жер». В режиме нон-стоп для этого возводят многоквартирные дома. Перспективы многообещающие – более 1000 квадратных метров жилья до конца года. В связи с выходом нового механизма по арендному жилью, да, 50 на 50, резко пойдет обеспеченность жильем социальных взаимосвязанных населения. Это вот 4 категории. Сейчас, по нашим расчетам, где-то это около 10 тысяч семей. Но по вводу жилья, конечно, это только наши планы. Мы ставим рост 2,3%, но ежегодно у нас рост составляет, вот, как вы сказали, 6-7%. Я думаю, мы эту цифру достигнем и в этом году. Цифры берем как бы на себя как план. Но оно всегда будет перевыполняться, поэтому, я думаю, здесь проблем не будет.